Итак, друзья, приступаем ко второй карте Dust 2 Эго начинает за защиту, Винстрайк начинает за атаку 1-0 в пользу Винстрайк пока что по картам Так, звук, 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 звук да, звук есть, можно смотреть Две флешки осталось у защиты, у атаки есть дым флешка, у каждой из команд еще есть по ложной гранате, маловероятно, что она как-то поможет, но в любом случае тоже отметим. На шорт выходит потихонечку игроки Винстрайк, Роллин, видел, что один игрок был на Xbox. Сейчас будет чекать фурл, но у него единственного киты. И вместе со Снэйч они будут здесь пытаться принимать. Уже подтянулся под КТ-спаун Роллин с длины действует Ридс, с ямы. И в этот же момент Никельбек как раз-таки выходит, понимаешь, что должен быть игрок с ямы, но он пока что туда не смотрит, спины начинает стрелять Риц. Все-таки Лаки закрывает, пока что Снайч минус Риц, Никельбек справился с ним. И вот они рядом в сайте играют. Фурлан! Нет, уже не в сайте, был близок к этому. Фику падает по голове Элино, остается 1 в 3. И, возможно, именно сейчас ложная граната как-то поможет. Но, опять же, они знают уже о его местоположении. И Фогрустер, ничего себе, Фликс Глока сделал. Вот это он повернулся. И третья пистолетка подряд в этой встрече уходит Эксвин Страйк. Пока прям без шансов. Среди эго, вновь два скаута. Впрочем, ничего не поменялось. Пытался там со скаута. Элен попал по снэче. Тут два скаута борются. И еще по одному попадает. Ну да, две цели. Проще попасть хотя бы по одному из них. Так оно и получается. Еще прострелом. Здесь. Воу! Крат хоть попал по нему одной пулькой. Но Роллин смертельное попадание в голову. Снэйч с пятью хп отступает. Еще одно было одно попадание от Эллина. Но пока 5-4. Не уходит до сих пор Эллианс из э спауна. Флешка. Двери, так сказать, одновременно и заняли, и не заняли. Дым флешечки обратно пытаются отжать территорию Эго. У них это получается. А Винстрайк снова идут на шорт, судя по всему. Да, медленно на него поднимаются. Но на сервис у них не будет никельбека, который выходил, как в прошлом раунде, да, с банки. Но с другой стороны, тут нужно пройти Снэч. И можно будет спокойно занимать сайт. Проблема в том, что нет хаешки. Одного Молика будет недостаточно. А Снэчи может перед тем как погибнуть, еще дать один минус. И все-таки не успел даже выстрелить. Тем не менее, по голове попадает. Тут еще Ролин. Также со скаутом попадает по лаке. Пытался префом еще кого-то отстрелить. Не получился. Эллин его все-таки добивает. Достал все-таки у И какая хаешка пролетает. 7 9 хп. Двух игроков x Strike. 3... На 4 попадает по Эллину по голове Фику Фурл добивает Форестера. Уже один красный, один целёхенький. Эксвин страйк, игроки, оставшиеся два красных. По одной пуле нужно Ритцу всего лишь попасть. При этом вдвоем придется действовать Эксвин страйк, а забирает все таки Ритц. остается 27 хп, и он тащит этот раунд. Есть время спокойно раздефюзить бомбу. Не повезло здесь Эксвин страйк. Очень вовремя там одна хаешечка залетела. Ну и, в общем-то, большинстве были Эксвин страйк. По-моему, 4 на 3 как минимум. Но вот так получилось. Молодцы, Эксвин в частности, ритм. 27 хп ему. Оставил лаки. Не смог добить. И сразу тайм-аут. Вряд ли это технический. Посмотрим. А, нет, все-таки это технический тайм-аут от Axel Stark. Видимо, что-то пошло не так. В частности, с. Так, ну, небольшая статистика после первых двух раундов. Все, кроме Крада и Снэча, сделали хотя бы по одному фрагу, а то мы и увидим у остальных игроков Инстрайкта и вовсе по 2+. Плюс. Как складывался даст в предыдущие их встречи. 16-12 закончился в пользу X-Wing Опять же, у нас есть такая ситуация с повторением э, предыдущей встречи. Единственное, что, опять же, Трейн не выиграл у нас Эго по сравнению с предыдущим матчем. Но то, как начинает команда за ту или иную сторону, у нас один в один. И здесь тоже у нас Winstrike начали за атаку. 10-5 тогда не выиграли первую половину. Вторая половина 6-7 закончилась. Ну и итоговый счет 16-12 в пользу Экс -винстрайк. Только тогда 4 первых раунда взяли Эго. И, как я не посмотрю, постоянно пистолетка уходила в пользу Эго. А у нас в этом матче уже 3 из 3 шли игрокам x Strike. Так, у нас, похоже, техническая пауза может затянуться. Но нет, похоже, она будет не такой долго, как могло бы показаться. На той карте, собственно, подмечу еще, что на Дасте Фику сделал больше всех фрагов, 24. В принципе, что карту не откроет, то в целом мы можем видеть, что Уэго это главный фрагер в команде. Регулярно пытается тащить команду в том или ином раунде, как бы ситуация не складывалась. И он, кстати, тогда отыграл на плюс 8, у него когда было самое большое среди обоих коллективов. Ну, а если вообще упоминать э, самые последние карты Dust да, 2, которые играли, во всяком случае, Эго, это как раз таки матч с X Strike. Но у XI Strike еще был матч с португальцами. Где они dust да, как раз проиграли 8-16. Ну, наверное, с одной стороны, это не будет лишним сыграть с Эго. Потому что в целом у тебя будет возможность потом еще, скорее всего, учитывая, что будут играть Best of 5 матч с то, так или иначе, победителя этой серии, да, будь это Эго или x Страйк, в принципе, не будет лишним сыграть еще Даст. Но там все может закончиться на двух картах, так же, как и Best of 3 серии, потому что 1-0, напомню, еще раз будут вести португальцы в завтрашнем гранд-финале. Он также будет 8 часов по Москве стартовать, по Киеву, по Минску, одно время сейчас у нас. Ну а у нас продолжается. Третий раунд. Снэчи подкушали. Они тут вместе с Роллом Забрали Элина. Возможно, Лаки также отлетит. Так он и получается. Там пистолет и вот единственный калаш из Никельбека срабатывает. Летит хаешка прямо над головой взрывается. Но слишком мало хп Снэчи теряет. А стемки-то выйти здесь не дадут. Возможно, со спины Форстер сейчас зарешает. Но он пока никого не видит. Падает Никельбек. Там снизу стоит Крат. Он пытается выбежать. И, может быть, спину зажмет? Нет. Лицом встречает его лиц, бомба падает Аккуратненько здесь На перекладину Форестер закрывает хотя бы лица Ну и надо как-то забирать эту бомбу Возможно попытаться дать хотя бы один минус Еще Но там два игрока красных 34-23, нашел калаш Этот раунд все еще можно потащить Нужно забрать бомбу Она очень неудачно лежит Приходится такой дым класть. Скорее всего, сейчас будет пытаться простреливать фику. 30 секунд, нет времени идти на длину. И, наверное, лучший вариант для себя Форестер находит это пойти через шорты. Тем более, учитывая, что здесь бомба лежала. Наверное, другого пути назад и нет. А там Снэчи, Красный. 23 хп. Нам нужно прочекать. Сделает ли это Форестер? Бежит, топает. Прочекает ли? Прочекал, закрыл. Бомба будет установлена. И будет еще попытка затащить этот раунд Форестер 1 в 2. Оба действуют шарта. КТ проверяется, КТ отсутствует. И Форестер решил открыться. Это была ошибка. Ну, в любом случае, он как бы флешку получил в лицо. Кто знает, если бы не флешка, может быть, он бы и перестрелил. Пытался сыграть на инициативе, не получилось. В любом случае, НТ бомбу поставил, фраг дал. Из не самой лучшей ситуации. Не ждали винстрайк, что так запушат игроки эго Забустили, по-моему, на шор, да, двух игроков. Появляется авику снэч. Ну, а винстрайк вновь пистолеты Гранат нет, арморов тоже. Надеется на вантапы. Ну и, конечно, на минимальную задачу установки бомбы. Ролин, по-моему, кого-то должен был заметить. Возможно, его тоже видели. Ролин не добивает, а при этом... Он вообще не попал, это у него 30 хп остается. По нему попали. Сейчас был бы, кстати, очень классный муф от X-Strike, если бы они сместились под B. Потому что там, во-первых, сейчас только Фику. И, по-моему, X-Strike что-то чувствует, переходя потихонечку в сторону B. Вот Фурон, видимо, согласился, что ладно, давай с Фику мы перейдем. А, поменялись они с местами, когда роль пострадал, потерял хп. Скорее всего, Лелен сейчас будет пытаться здесь шуметь под A, а остальная его команда будет выходить под B. Да, уже начинает шуметь Эллин. Он там погибает. Остальная команда вываливается под Б. Медленно-медленно Ролин уже перетягивается. Фику, отличный спрей. Третьего зажал, но четвертого тоже хватает. Фику оформляет очередной квадрокил. Вот она, главная звезда Эго на данный момент. Нет, здесь Мику. Любого другого поляка, который тащил совсем недавно, пару месяцев назад. Эго в. Опять же, когда они играли на лиги очень даже неплохо исполняли. Это уже, наверное, почти год прошел. Но теперь полноценный бай у X-Win Strike. клаша. Есть Авик. Но здесь не так просто будет выйти в похоже, на счет, приближенный к 10-5. Контакт на шарте мог быть. Фурлан пока пытается в дым стрелять. Все рядом, да рядом. В первом матче команды отмечались регулярными такими сериями. Где-то по 4-6 раундов, 5. Продолжительной такой серии, не коротенькой, да, там 2-3 подряд. Побольше. Попытка выйти сплитбайт через центр. Да, так оно и есть. О, от флешка вернулся. И Лаки просто не успевает выйти его чекнуть. Элен тоже погибает. Однако перекрыли фику, но там Фурлон встречает. Не хотела дыма в двери. Но Крат успевает пройти. Возможно, хотя бы бомбу сумеет поставить. С окна пока никого нет. Да, бомбу устанавливает Крат но удержать Б вдвоем будет крайне тяжело. Один игрок с темки, остальные с дверей действуют. Кто-то с окна будет. Крат! Ох, он почти вышел на темку. Но, не фидбэк, бы одного перестрелять. Эх, крат уже один остается здесь. Закрыл краски игрока с темки, похоже. Одно хп у Ролина, 21 у Снейча. Видел, видел с окна. И не получается перестрелять Ролина. Какой тайминг был, а? Украды. Если бы, возможно, не перезарядка, он бы ситуацию держал под контролем. 1,21 хп остается у игроков EGO, не без везения. Ну, в любом случае, НТ, X-Wing Strike, 2 в 4, смогли поставить бомбу, почти удержали B сайт Готовы ли закупаться? Денег там в районе 4000. Так, и снова у нас тайм-аут, но не тактический, а технический. Но он должен быть покороче, чем был предыдущий Win О, интересно, там Гамбит Фурию пока. Вот 113 1, -1 -3 карта, да? Все к этому ведет. Ну, а значит, у вас есть свои друзья здесь посмотреть не менее интересный матч Ego и Экс Strike. Еще раз напомню, что это матч финал нижней сетки плей-оффа за выход в гранд-финал, где будет разыгрываться уже путевка в следующий сезон ESL Pro Лиги 14. Эго, еще раз напомню, уже играли один сезон назад, не против туда вновь влететь. Португальцы с Опом тоже в одном сезоне играли. Ну а x Инстрак... Strike честно говоря, не припомню, чтобы кто-то из игроков играл в ESL Pro League. Опять же, говорим, если про последние сезоны, более ранние сезоны, там да, уже тяжеловато вспомнить. Но пистолет X-Win Strike нужно... Попытаться найти точку, через которую они смогут пробиваться. Будет центр, стемки выход на Б. Вот один раунд получился шарта сыграть. Были очень близкие раунды, когда оставались в меньшинстве x Strike, прорывались на план, будь то А или Б. Ролин нашел контакт, закрыл одного, только, правда, дальше уже не пропускает. Остается последний Форрестер, он так и не вышел. Стемка, у него бомбы на руках. Но вот только один минус пароль не получилось дать. Там уже закрывается спины Риц. Форестер его слышит. И не зажимает. 5-1. Судя по всему, поляки сегодня готовы больше к дасту, чем к трейну. Э, возможно, это связано с тем, что бывает такое, что команда готовится больше к чужой карте, чем что-то повторяют, отрабатывают по новой на своих картах. Ну, опять же, если судить по тому, чей это выбор. Это выбор Винстрайк. Попали по элли, но Попытался пробежать по... Эм, в принципе, в позицию суицида, если они ничего не путают, называют дважды подумал, нужно ли это слово говорить, потом подумал, подумал, а, ничего страшного. Мы же говорим про позицию. Хотя слово осуждаем. Итак, два <laughs> века у эго, рицы все-таки потеряли на длине. Ой-ой-ой, я тут фику решил дерзануть. Это первый раз за 6 раундов. Кто-то из игроков эго вообще в целом решил пропушить Тёмку. Может, после, после первого минуса на Длине посчитали эго, что они сейчас запросто запушат и поймут, где соперник, но в итоге они запушили все позиции, везде погибли. И 2 в 5. 2 века осталось. Им бы, наверное, все-таки стоило бы сейчас объединиться. Потому что я думаю, что сейчас один из Авиков все-таки погибнет. Хотя, Роллин. Ой, хороший был тайминг, но Элли на прикрытии. Все, Снэча последний. Открывает центр, закрывает Элина. Понимает, что это АВП на А. Че вообще идти бомбу на А? Зачем ее сюда нести, когда можно пройти на Б. Поставить бомбу, стопроцентно взять раунд. А выбить девайс у Снэча, ну, можно быть чуть-чуть попозже. Возможно, этим сейчас попытается заняться Эксвен Страйк. За машиной остался Лаки. Его видел Снэйчи. Пойдет ли дальше? Пытается прострелом забрать. Берет кость. Пошел пушить. И неудачно Лаки его все-таки добивает. Но, в принципе, банку незачем идти. Гранат. Три штучки сохранил Лаки. Так что одну придется только докупить. А еще один авик, наверное, ни к чему атаки. Хватает денег на два авика Эго. И даже нормальное количество гранат у них останется. Не так много, как хотелось бы, но этого, я думаю, может хватить, во всяком случае, на первую минуту. Может быть, даже что-то на выбивание останется, если понадобится. Лаки. Ох, ты, казалось бы, занял, да, эту позицию, но все-таки там две флешки подряд прилетел, может быть, даже три. И все-таки одну из них он поймал. Роллин. Не совсем тайминг хороший получился. Он мог бы и забрать, на самом деле, сейчас Элина Свистнул. Девайс на нож. Отходя. Оу, снэчи. Закрывать, У нас повтор предыдущего раунда только в обратную сторону, что ли? Фику. Закроет ли Форестера? Нет, стреляет красным. Фурдл зато при этом отвечает. Ох ХП роллин. Надо было проходить как-то здесь не не получилось. В итоге бомба выпадает крат. 50 секунд, сейчас все сюда стянутся. Поставить бомбу. Нельзя назвать это задачей минимум, но все-таки не будет лишним. Красиво положил дым. Ой, зря, зря, конечно, он сейчас не ставит сразу. Пытается тащить раунд. В принципе, дает первый минус. У него 15 хп. Пытается найти минус. Еще находит минус. Так, может быть, я свои слова возьму обратно. Но тут очень тяжело было что-то придумать, не зная о позиции. Одновременно двух игроков. Возможно, он понимал, что один в Темке, но вот во втором, похоже, информации не было. 6-2. Очень хорошая попытка была. Но ну, опять же, такая попытка у Winstrike, которая, прям, ну, вымученная. Не получается немножко довести до конца, потому что она уже изначально такая тяжелая. Потери почти на старте, в середине раунда конце оказываетесь в меньшинстве, как-то пытаетесь выкрутить, почти получается. То есть видно, что Винстрайк сильнее в таких, ну, в принципе, в 50 на 50, да, перестрелках. То есть они уже не 50 на 50 получаются, да. А где-то я говорю, просто захваты преимущества, они им все-таки пользуются. Хотя страйк прям на грани того, чтобы такие раунды забирать. Но мы видели несколько раундов и на трене, где тоже были проблемы со стрельбой. И здесь они тоже иногда всплывают. Но благо для x Strike то, что у Эго нет большого запаса денег. И любой раунд может закончиться для них но Почти в сайт уже прошел один из игроков. На рампе я остался, не стал торопиться заходить на план ставить бомбу. Но тут уже все игроки его стянули, в принципе, флешки летят. Никельбек. Пока не получается пикнуть, и он выходит прямо по дайвик, будучи слепым от флешки тиммейта. СГ, кстати, есть у Элина. Там тяжело пройти, Фурн просто побежал на эту толпу. А граната закончилась, похоже, у Эго. Рис минус дает, роль еще один фику также забирает Форестер. Последний остается Эллен, который все ждет, когда его пикнет Роллин, и он его заберет. Но тот сидит до конца, понимает, где находится в принципе, Эллен, судя по всему, Эго закрывает. Вот если бы сразу игрок, который проходил с бомбой, Форестер или кто там был, Пробежал по рампе, смог бы зайти в сайт и начал бы ставить бомбы. Возможно, у Эго были бы проблемы. Но в итоге x Strike потратили слишком много времени. Тут пошло не так. И на этом, в принципе, раунд закончился. Еще один тайм-аут берут второй раунд подряд x Strike. Да, тут хочу... Надо что-то делать. Провалять мозги игрокам своим. Потому что такое чувство, что вот у них есть план, они его придерживаются до того, как что-то пойдет не так. Как только план начал рушиться, все на этом, все посыпалось. На раз банку хотя бы сумели занять x Strike без потерь, но при этом на центре за счет того, что убили Роуна, хотя мы видим, что Авик принес тут фику. Возможно, это немножко расшатало игроков Эго, но мы видим, что два скт работают. А, не, подожди, два все-таки сайта с шарта играют. такая же ситуация. На рампе застряли игроки Эксвин strike Ловит хаешку. Фурлан снова играет за боксом. И, и не доходит на сервис минус. Ну тогда был Роллин, но фику с Рицем дают по минусу. Бомба все еще не стоит. 3 на 3. На сервис точно стоит бомба Эксвин strike А, там со спины, с Локи Лаки не был к этому готов, что ли? Попытка пропушить черный ну, риц! Что делает? Зажимает двоих. Вот он, Риц, как же он включается здесь, а? И вытаскивается раунд. Вновь поляками. Неужели еще один тайм-аут от WinStrike? Третий подряд! То есть настолько все не идет, да? 10, 10, 6, 10, 7. Столько фрагов у игроков Эгл за 10 раундов. У Эксинстрайк пока ни одного за десятку зашедшего нет. А у Эллина снова не хватает денег на авик. Играет снова с СГ. Ну, под Б чуть-чуть, но лучше раунды складывали своих с Финстрайк, чем... Или через шорт. Давайте так. Выход на А через длину, это худшее, что получалось. Точнее, не получалось, получается уже в таком виде у игроков Финстрайк раунды. Б, тяжело, почти были взяты раунды, было достаточно близко. Сорта, вот два раунда были взяты, если я опять ничего не путаю. Как минимум один точно. Берет инициативу на себя крат, а тут, похоже, Винстрайк решили вновь идти через банку, через длину. Почекают а ли лево, тут Риц. Тордал уже свои три минуса. И в этот раз не дает ни одного. Форум при этом забрал крады на центре. И инициатива берет свои руки. И что делает Эллен? А, закрывает снэчи. А дальше то тут идут и ошибаются, Роллин. Ждал, что шарта тоже плюс один будет. Но в итоге Николбек перестает Роллина. И на сей раз у Винстрайк с... с запоздалым таймингом. Но выход на длине получается. Но хранить раньше времени не будем пока что. Эгл. 2 в 4. Фику жив. Там два хп все-таки у Лаки. Но он уже на центре кроет. Скорее всего, сейчас поймает фику. Ай-яй-яй-яй, пропустил. Самим, конечно, желательно не погибать. Но и забрать фику у него уже не получится. Третий раунд для X Wing Strike. Важный раунд. И к тому же еще 4 выживших, а значит чуть-чуть потихоньку можно будет экономику возрождать. Интересно, а теперь от кого тайм-аут? Еще раз напомню, три подряд брали тайм-аут X Wing Strike и на сервис тайм-аут Атего. У нас четыре раунда подряд команды берут тайм-ауты. Вначале было два технически тайм-аута. При счете 1-1-1-4. Теперь у нас просто 4 подряд тайм-аута тактических. Такое чувство, что... Ну, во-первых, да, игра в какой-то момент у Винстрайк посыпалась с неудачными выходами, но вот с попытки они все-таки по длине прошлись. Но команды не хотят играть в Вертиве хотят закончиться на Dust. Ну, опять же, если мы говорим про Exxon Strike, я готов как раз-таки нужно выйти на эту карту. Вертига они 1-0 проигрывают по картам, проиграв свой пик Train. 16-7. Заканчиваются деньги у защиты. Один а авик, у вовсе Дигл, у Рица Фомас. Опа, первый минус. Все-таки сначала оформляет. Минус Форестер. Закончили его в темке. Ну а винстрайк такие, а почему бы четвертый раунд подряд не пойти по длине? Тут тоже Снэчи. Флешку словил, так и не выстрелил, будучи слепым. Однако Фурлан дает минус в ответку. Лаки закрывает Рица, также минус Фурлан. А двое игроков и вовсе здесь далеко. Куча флешек, бомба лежит. Вот приходится дым такой класть специфичный. Фику пытается не пропустить и вовсе даже не подпустить просто к бомбе. Роллин палец с шарта. Возможно, нужно было чуть позже это делать. Потянулся сюда еще и фику. Пушит молик, закидывает свой в сайт. Все еще бомба не стоит. 50 секунд, тем не менее, у X-Men Strike. Много времени. Там буст. Замечает. Лаки. Закрыл одного. Еще попал немножко по Ролину. Ставится бомба в сайте в глубине. И Ролин надеется попасть по голове хотя бы одному. Но как только дым рассеялся, все, он оказывался, оказывается уже вне позиции. И уносит калаш в следующий раунд. Ну, слушайте, как бы критиковать, но предлагать это дело тренер. И Хуч с этим прекрасно справляется. Все-таки довели, так сказать, раунд до ума. два раза подряд игроки x Strike. А теперь, похоже, будут давить до победного, да, эту тактику? Сейчас узнаем с вами. А будет ли у нас еще один тайм-аут подряд? От Эго. Судя по всему, нет. Все, закончились у нас тайм-ауты друг за дружкой но не исключаю, что через один раунд мы уже можно к этому вернуться. Да, вроде бы неплохо, 8 раундов уже есть у Эго, они уже в любом случае первую половину забрали, но можно больше. Они это понимают. Но в этом раунде мы с вами видим только Калаш, Дигл, остальные юспы. И где этот калаш? Он играет на центре. Фурлан, 28 хп уже. Поджало двое игроков шорт. Опа, и Молик пролетает. Удивительно, она даже одно ХП не сниму лицу. Видимо, Видим, бутылка у него пролетела, она урон не нанесла, а огонь еще не успел действовать. Как-то странно. Потихонечку у нас так, знаете, подмечу, распускаются составы экс uh, X ну окей, uh -huh. okay, здесь просто состав остался, но ушел от Winstrike. А Шеры свой состав распустили. Но они, в принципе, там немножко подменяли, но тем не менее играют. Заканчивается тем временем раунд, остается последний только снайчи, да. неплохо uh, неплохая позиция, на самом деле, на ниндзе. За боксом. Может, даже сейчас даст какой-то минус. Но все-таки его прочем как раз. Uh, плюс Overdrive еще сегодня сообщил, что Hard Legion тоже дисбанд. Это уж так вспоминаю, да, прошлое Крады и Форестера. Упоминаю. Так, Харлиджин. Итак, у нас получается 14 раунд, предпоследний по первой половине. Вновь могут остаться без денег Эго, и Винстрайк способны выйти на счет 8-7. Фурлан, пока что минус 30. Фурлан так и не вышел из дыма. И угадайте, что? Правильный страйк снова проходит длину. Опять же, хорошо, идут раунды, друг за дружком получается, а чего от этого отказываться? Но мы видим, что Эллен действует с шарта. И его хочет дождаться. Со не дождался, лаки 2 хп. Но свой фраг дал. По фику. И Роли, наверное, со уже думает о том, чтобы валить отсюда, подальше. Сэвить два страшных девайса. Не выпускает Никлбека, который хотел их забрать. понимает, что на Б последний девайс пытается сохранить эго. Во всяком случае, один уже убежал в темку. И будут их дожимать в инстрайк. Ну, правильно, у них денег завались, на следующий раунд 100% хватает. А вот у защиты может не оказаться. Их пока что Снэйча жив. Забрал Форестера. А Лаки не хочет идти с двумя хп дальше. Хотя бы одного должны забирать здесь экс И самое страшное, не отдать бафик здесь Элину. Минус крат. Эллен закрывает Снэйчи, хотя бы он справился с своей задачей. И Роллин последний. Лаки бежит, торопится. Уже никак здесь не выйдет на Роллина. Думал, что может быть думал спрятался, но нет. Один девайс получил свой эго сохранить. Это УК. Что там у них еще набирается? Два ФАМАСа, скаут. И Снэйчи что тоже ФАМАС? Да, еще один ФАМАС. Ну, в итоге так балансненько, да? по фрагам. Нет такой толпы, которая по десяточке бы сделала. Чуть больше 10 по туда сделал. Форестер, Никлбек, еще один фраг от Форестера. Вот только сейчас, значит, дает один минус на длине. И что делает Винстейк? Правильно, опять идут по длине. Остается последний снэч, 41 хп у него. В надежде прибежать на шорт или... Что сделать? Last, last round, снэчи. Выиграть со скаутом напоследок. Ну, как вариант. По-моему, видели его ножки. Уже отправляется на поиски Эллен. Савик. <с> на статистику работает Снэчи, на статистику, но закрывает его уже Лаки. Слушайте, прекрасная первая половина на самом деле получилась. А мы пока уйдем на легкую паузу. while it's hot Итак, друзья, очередная пистолетка, предыдущие три из трех взяли винстрайк, после смены сторон за защиту решили подпушить двери, попали уже по снэча, Плохо, хп ему оставили, Элли немножко потерял 18, и Элли в это время забирает снэч все-таки, перестрелял, но поджимать темку нижнюю стоит ли вопрос, решил там остаться, вместе с крадом, если что здесь не пропустят Крат тоже забирает все внимание на себя. Скорее всего, они должны чекать. Минус бомба. Эллен с кратом потом минус дают Эллин, возможно, сейчас еще один минус даст. Слепой фику. Дожимает ли его Так и получается. И последний игрок на центре это Риц. Пистолетка вновь уходит команде Винстрайк. 4 из 4. И кажется, Рис здесь даже один минус не даст. Так он и получается. квадрокилл от Элина. Элин продолжает отжигать. 13 фрагов на его счету. Ну, тут, наверное, Эйс никак ему здесь претендовать нельзя было, потому что если бы Крат не делал свой фраг, скорее всего, Элин бы погибал. Итак, 8-8. Не стали закупаться Эгу. Взяли одну флешку, есть дигл у Ролина, Николбек решил все-таки отходить. Они не знают, там бай или не бай у Эго флешка, потому что одна единственная прилетела, больше ничего нет у Эго, кроме дигла одного еще. И Эго начинает вываливаться здесь толпой. Крат пострадал серьезно, 14 хп у него. Напрягает здесь, конечно, Эго. Замечает голову Эллен, не попадает. Хотел бы наверх залезть. да да, да пошел его как раз кибустить крат. Но тут сразу же крат падает. Никель бэк, один-два минуса, только один хватает. Ридс с Роллином Красный, Эллен, продолжает работать с Юспа. Вот оно его, главное оружие, Юсп. Не нужен тебе скаут, дружище. Бери Юсп, бери Юсп. Если бы патрон не закончил, он сейчас, скорее всего, бы и Снэча бы добился. Снэча остается с одним хп. фикку минус, Снэча падает следом. Хорошо пофармили здесь игроки X Win Strike. И 9-8. Ну, такими темпами можно и 2-0 закрыть эту серию. важный раунд для обоих коллективов. Все-таки там калаши. Один из них голел, правда. Но все равно помощи должны быть сильнее. Игроки Эго, Лаки не смог добить. Помогает Эллен. Два минуса оформил. Пытается уйти. Спрятался. За ним так никто и не вышел. Знает, что бомба на центре. Вы должны были это понимать. После того, как выбили. И в большинстве винстрайк играет в закрытую. Тем не менее бомбу отжали игроки Эго. Хотят ли продолжать сплит на Б. Или фигу это чисто для отвлечения внимания. Лен, захочет ли выстрелить в дым. Чекал параллельно сразу две позиции. И в итоге все-таки выход шарта. Крат, все, есть формат, что один уже проходит. Флешку ему накинули, однако Крад же ослеплен был, по-моему, этой же флешкой, если там вторая еще не была накинута игроками. Эго, еще две флешки у них, кстати, есть. Дым закончился. Никельбек не видел, чтобы кто-то проходил. Эллен дает первый минус, второй минус дает Крад. И Никельбек, еще один последний минус, похоже, будет за ним. Да, минус Ридс. Что-то застряли Эго. Вроде бы проходили уже шорт, побоялись проходить мимо Крада. В итоге дым уже рассеялся. Флешки, даже если они были оставшиеся, как будто не потратили. И в итоге просто встали. Видимо, ничего не придумали. Появился авик у x Strike. Фаст раундов под Б, кстати, пока никто не играет. И x Strike только то не играли их. Ну, не до раунда не было, чтобы мы прям побежали с, со... спауна. А крат, дым, стрелял. Чуть-чуть не добил. Попали по Элину. Элина прострелом добивают. Что творит этот Фурлан, а? И здесь добивают. И там еще Форест разбивают. Что происходит, Эксвин Я только хотел сказать перед началом раунда, что будет здесь твориться какая-то жесть. И вот они, диглы, в частности. И еще падает один игрок. Последний остается Никельбек. На ровном месте Эксвин дают девайсы и в целом пистолеты. Вновь выстреливают. Вчера несколько было таких раундов у Вислы и Эго, Когда что одна команда, что другая выстрелила. Никель скорее всего, так и останется с Калашом здесь. Ну, вряд ли за ним поспеют. Но Эго сейчас не против раздобыть покруче девайса. Альку уже подобрали. МК Калаш. То, что им надо. А все на самом деле может выйти на допы. Такими темпами. Вполне возможно, что обе команды смогут взять по 13 раундов. Может быть, даже допы и вправду. Смотря какие раунды будут играть Эгу. Пока они м -м, балансируют. Вот если у Винстрайк тоже, да, до то где-то получается счета 6-2, да, когда начались вот эти тайм-ауты. Три подряд от Винстрайка, один от Эгу был еще после этого. Когда Винстрайк еще пытались там шорт, Б, там сплит, Б пытаться выходить. А потом просто началась вот эта серия раундов через длину. Возможно, эго тоже сейчас будут что-то пытаться сплитовать, а потом определяться и будут играть по одной всегда позиции. Крат отлично пикнул, чуть второго еще не забрал. Минус пику, пока что сам еле-еле ушел. Похоже, эго сами хотели пробежаться на шорт, но Крат их опередил. Встретил. Но то, что предыдущий раунд взяли эго, это еще пока ничего не значит. Это Крат нам подтвердил. Занимает длину эго, но, как мы с вами видим, 4 игрока винстрайк держит асайд. Один глубоко в шарте, двое в планете, один кт. Пройти будет тяжеловато. Правда, гранат мало остался у Эксвен Пока что Лаки тут не попадает в дым. Роллин, 51 хп. Крат пока не показался. Выкуривает из-за ниндзя. Минус Эллен, сгорел. Лаки выходит вместе с крадом. Однако Снэйчи прикрывает, но Лаки все-таки закрывает Снэйчи. Лаки и еще одного и это минус. А 30! И там со двух! Но Ролин остается 1-1 с Никелбеком. 35 секунд до конца. И Никельбэк все-таки закрывает Ролину. Пытался сыграть на агрессии Ролин, да, в идеале бы, конечно, надо было поставить бомбу эго, но как получилось. Раз через раз. 21 раунд. Если Снэчи сейчас начнет перестреливать Эллена, потому что много очень дуэли очных выиграл Элен у Снэчи, это может зарешать. Никлбэк себе сам накинул флешечку. Забрал Рица, перекрывает еще и фику. Снэчи вот забрал крада. Это, конечно, был не Элин, но все же. А тут Фурлан, не прочекал его Форестер. Это занятие если Сейчас Лаки тут его все-таки не встретят. Криво немножко дым. Хотя, возможно, так и задумалось. И 3 на 3. Значит, возможно, все-таки дождется Элина. У него, кстати, бомба. Так, и у кого все-таки выдержка больше? Кто кого дождется? Просто обе команды встали. Один на Б, один в темке, один у ямы сидит, другой пасет банку. И вот только Элен немножко пытается передвигаться, боится шарта, но при этом посматривает центр двери. И это все-таки выход под Б. Клинфит, друзья, такой тихий. Я и так в БС выкрутил, поставил усиление. Но боюсь, что звук будет немножко искривляться, поэтому прям сильно не выкручиваю. Сколько смог, столько добавил. Громкости. Лаки. Не прочекали. Минус два. И третьего заберет. Патроны закончились. Берет юсп. И все-таки забирает его снэчи. А вот как пройти поставить бомбу? Конечно, дым в дверях это хорошо. Но там уже со стороны темки Никелбэк со спины закрывает его все-таки. Очень долго эго выходили. Не прочекали лево. И это стоило им раунд. В принципе, Лаки, наверное, даже тут в соло закрывал троих, если бы патроны не закончились. Удивительно, что они вместе не пикнули. Сразу полез на бокс, а второй так и не вышел, не прочекал лево. Лаки, по-моему, видел, что наш шорт пробегал, Снейч попал по нему. Но тот все-таки прошел. Форестер хочет, чтобы ему лаки флешку накинул, а у него нет. И в итоге Форестер просто в дым простреливает. И торопится выбегать под бет. Тут уже лаки закрывает фику. Второго перекрывает. Крат забрав урона. Снэчи с Ритцем последние. А бомба лежит. Проблема в этом. Замечается. от кирица минус Ритц Снэчи последний Его не было слышно, что ли? И в итоге его просто замечает Эллен перестрелит. Хотя заметил его не Эллен. 13-9. Это тайм-аут должен быть от Эго. Ну, отдают свои раунды, определенно. Кстати, Винстрайк, оказывается, на 11.9 брали свой последний тайм-аут. У нас предпоследний тайм-аут берут Эго. Получается, Хуч своими тремя тайм-аутами подряд на первой половине при счете 8.2 решил исход этой карты. Потому что на 8-7 вышли игроки Винстрайк. Удачно продолжая ходить по длине. Чего у Эго? Ну, шибко валка как-то так получается. То влево, то вправо их качает. Два авика у Винстрайк. Один у Элли, У Эли на другой у Лаки. Эллин как раз на шарте сейчас будет встречать. Но Моликом, похоже, его уже немножко отгоняет, но это не окончательно. Словил флешку, не попал. По крайней мере, не пострадал по ХП. Сейчас хаешечка может быть очень сочная. Не так много ХП сняло, как могло быть. В итоге длина-то пустая. Эллен ее может занять спокойно. Но что делать шартом? Отпускать. Пытаться играть на ретейке. Возможно, и такое. Нет гранату ни Клибека, нет гранату Эллина. Есть две флешки и один дым. С таким тяжело ретейк оформлять. Все, проходит здесь по шарту. Эго, 3 секунды до конца раунда. Никольбек так и не стал стрелять. И вот она, флешечка залетает, но только то никого не забирает. Только сейчас Эллин забирает. Крад также дает один минус. Эллин пропускает. Значит, забирает крада. Еще один фраг Эллин мог бы давать, но не получается. Форстер в это время с КТ действует, заформляет все-таки минус по снейче. На испанский никто не лезет. И, наверное, правильно, потому что там Эллин не понимает, что он где-то с длины действует. Но как только дым рассеется, скорее всего, у Эльна будет шанс дать минус. И так оно и получается. Остался Форн в открытую стоять. А не ждал Рица там. Ну и Форстерс последний. Он думает, что он на рампе похожий игрок. Не знает, мог бы уйти и на гуся. А именно там Риц и Форестер что делает? Решает. 13-9. Так, ну нет времени у Форестера бегать там за авиком. Надо дефьюзить. Может еще успеет дойти. А, ну ему подсказали, что похоже на КТ еще навик лежит. 14-9. Винстрайк не прощает. Экс Винстрайк, экс. Оу. Клинфит, живи. Не страдай. Давайте его перезапущу на всякий. Все в порядке. Смотрим. Так, выход у нас тут через банку. Фурлан. О, 9 хп. Все-таки его не пропустили. Минус от Николбека. И снова проблема у поляков. Денег-то не будет на следующий раунд. Слушай, поражение в этом раунде. Не установки бомбы. Плюс бонус. Большой. Он огромный. Но нужны раунды, нужны победы в раундах. Пускает, отпускает эго игру, минус нечи. Только Фику может исправить положение. Но Фику, похоже, давно уже выключен. 12 хп у него, он горит. 40 хп уже потерял. Еще один десант в КТ. Фику закрывает краду, тем не менее он падает. И Эллен там просто не пропустит через двери. А гранаты нет у эго, и что делать? 2 4. Да, бомба на руках. Но нужно угадывать... Возможно, ждать ошибки, вот чего и дожидается Роллин. Но не стал пикать Форестер и, как оказалось, правильно сделал. Возможно, Ридс сейчас испытает удачу. И, и, и все-таки он в итоге теряет бомбу. А поняли ли это X-Wing Strike? А это уже не важно. Форестер перекрывает Ролина, Все-таки пикнул и забрал его. 15-9. Есть 6 мап-поинтов и матч-поинтов, соответственно, у X-Wing Strike. 2-8 проиграли Axie Strike. Побегали по длине, набрались. Удачи. Уверенности. И вот уже 9-15. Не помешал тот раунд, который отдали Axie Strike. Eagle с диглами. После этого ни одного не отдали. Тут даже не понадобится. Форестер чисто лаки. Закрывает фурна. Остальные через мидл или через шорт хотят пройти. Но там молик пока что. Попробуй крада пройди. Первый минус от крада. Справа не замечает. Его все-таки закрывает фику. Но тем не менее это 3 на 4. Полетели флешечки. Эллен, последний, пытается по голове попасть в Фику, не получается, и вместе с Лаки Эллен закрывает, последний остается Рица, но закрывает Эллена, бомба неудачно здесь упала, приходится ее бегать подбирать, знают о нем, он тоже знает о сопернике. 40 секунд, в принципе, ну прыгать на КТ это, наверное, не самая лучшая идея. Бомбу пока не ставят. И они оба идут на длину, да? Да, тогда оба игрока винстрайк идут на длину, похоже. Теперь они точно уверены, что это А. Потому что он никак не мог мимо них пройти Ридз, И, возможно, Форстер даже его видел уже. Неужели он не дождется, пока Лаки подойдет? А ридс не знает, где второй. Поэтому из стороны в сторону качает. Все, кажется, понял, что оба там. Все или ничего, Ридс? Одного забрал, и второго тоже перестреливаются, и все еще в игре поляки. Десятый берут. Да, сегодня все иначе. Снэчи и Фику, которые вытащили вчерашний матч против Висла. Именно в том матче, кстати, включился Риц. На третьей карте он включился. Его не хватало на первый, не хватало на второй. На первом, в принципе, сами справились с Эго. На второй его не хватало на Мираже. Ну, а Сегодня Ридс очень даже неплох в Эйга. Чего не скажешь на второй карте Фику? Возможно, просто не его карта. Даст 2. Еще 5 матчпоинтов есть. У Винстрайк. Ну, Фику все-таки молодой пацан. 17 лет всего. 2003 -го года рождения. В принципе, каждый раз, когда про молодых таких парней идет речь, вспоминаем мысль Сини по поводу того, что, в принципе, многие молодые игроки, которые, возможно,